хотите выучить много английских слов, да еще и быстро, тогда хочу посоветовать вам мою новую книгу «30 тем английского языка». Если ты хочешь набрать словарный запас до 700 слов за один месяц, тогда тебе нужно учиться по моей методике. А по моей методике действует следующее правило. Ты берешь одну тему английского языка, в одной теме примерно 20-30 предложений. И в этих предложениях ты найдешь 15-20 новых слов. Если ты учишь текст, то ты сможешь выучить 15 выражений в связанном тексте, и слова будут связаны друг с другом. Вот так ты сможешь запомнить много слов и выражений сразу. Далее, после английского текста в моей книге идет текст на русском языке, чтобы ты смог его перевести с русского на английский и потренироваться. А что же ты такое запомнил, когда ты читал текст на английском? После того, как ты поработаешь с текстами, тебе нужно поработать с упражнениями. Ты будешь делать упражнения на перевод, а также я буду задавать тебе вопросы по тексту, где ты снова будешь использовать наши новые слова. Таким способом, если ты будешь заниматься каждый день, то за месяц ты пройдешь 30 топиков, а это значит, что ты сможешь набрать словарный запас 500-700 новых слов, что достаточно большой объем в краткие сроки. Сразу хочу заметить, что электронная книга моментально приходит тебе на почту, а вот печатная книга будет идти почтой, так как это у нас физический товар, поэтому тебе придется немножко подождать. Спасибо вам за внимание! And welcome to my English world! Bye!